этой продукцией. А почему ее семья, ее близкие, ее любимые тоже пользуются продукцией? И почему она рекомендует эту продукцию всем людям, кто хотят сохранить свое здоровье, молодость и красоту? И, Валентина, ответь, пожалуйста, на вот эти вопросы. И прежде всего, почему ты сама столько лет пользуешься этой замечательной продукцией? Я передаю микрофон Валентине Верязкиной. Пожалуйста, Валентина. Уже пользуюсь этой продукцией. Меня зовут Верязкина Валентина, из компании я сотрудничаю с 2000 года. А познакомила меня и пригласила в компанию Vision моя коллега Дмитриева Валентина Васильевна, заведующая женской консультацией города Энгельса. Однажды она пригласила меня в свой кабинет и показала рентгеновские снимки молодой женщины. На снимке опухоль гипофиза. Второй снимок гипофиза был уже сделан через полгода, и опухоли не было. Что это, спросила я. Валентина Васильевна, это что, успешно проведена операция? Она улыбнулась и сказала, нет, это продукция Vision. Это классический базовый продукт. А в частности, Detox Antiox Pax. Что это такое? Как это возможно? Ведь такие опухоли, они ведь просто не уходят. Ведь это нужно делать операцию. На что она удивилась и сказала, улыбнулась и сказала, да, мир не стоит на месте. И сейчас есть лекарственные средства растительного происхождения без рецептурного отпуска, которые помогают организму справиться с такими заболеваниями, решить проблемы людей по здоровью без операций. Этот продукт, он создан, специально был по приказу Министерства здравоохранения после Чернобыльской катастрофы. Я настолько была удивлена. Я просто влюбилась в этот продукт. А где делают этот продукт, спросила я. В Ницце, во Франции, сказала Валентина Васильевна. Аркафарм для врачей, эта фирма, Аркафарм была как магическое слово. Это звучало, что это отличное качество и лучше не бывает. А первый продукт для меня был детокс. Дело в том, что на тот момент, это был 2000 год, нам по полгода не платили вообще зарплату. И для меня, конечно, принимать этот продукт было очень дорого. Мы бедные врачи, и я не знала, как вступить в компанию. И на помощь пришла мой спонсор Валентина Васильевна Дмитриева. И она сказала, ты знаешь, ты не переживай, я буду давать тебе продукт, ты будешь его рекомендовать, вот, и будешь мне отдавать деньги. Она мне давала продукт под реализацию. И так, таким образом, с помощью моего наставника, я смогла пользоваться уже этой продукцией. И был 2000 год, когда свирепствовал, бушевал грипп, даже со смертельными исходами. И нашу женскую консультацию тоже не обошло это заболевание. И на тот момент, к декабрю месяцу, у нас не было уже докторов. Остались всего 3 человека из женской консультации. Мы 3 врача. И к концу приема получилось так, что я уже понимала, что я тоже заболела. Я с температурой пришла домой, а дома стоит банка детокса. Я ее открыла и позволила себе ее принимать. Вы знаете, наверное, когда Бог хочет помочь человеку, да, даже в той ситуации, когда у него как бы нет средств принимать этот продукт, такой купить, он просто отнимает у него разум, чтобы мы сильно не умничали, а, знаете, как-то интуитивно мы понимаешь, что вот именно это тебе поможет. Дома не было лекарств, я открываю эту банку детокса,
не задумываясь, отдам я деньги или нет. Вот так вот все это свершилось. И первая капсула это была капсула детоксов. И вы знаете, что я сделала? Я не знаю, меня никто не учил, но я интуитивно поняла, что этот продукт в большой дозировке, он очень хорошо помогает. И я по две капсулы через каждый час начала принимать, и всю ночь точно так же заводила будильник и принимала продукцию. На утро я уже встала, мне нужно было к 9 на работу. Я пришла уже на работу с этой же банкой и принимала еще и на работе. Температуры уже не было. Была легкая слабость, но я уже могла работать. И так в течение двое суток я выпила 60 капсул, на что Валентина Васильевна Дмитриева посмотрела на меня и говорит, ты что, детокс начала пить? Я говорю, да. И, ну и как? Я говорю, ну ты видишь, говорю, на больничное не пошла. Просто изумительный продукт, но произошло чудо дальше, что уже потом не обострился. У меня гайморит, который мучил меня 4 года, и 6 лет меня мучила аритмия, тахикардия после стресса. Эмоциональное такое заболевание, когда такое невротические такие явления сердечные, да, когда патологии нет, а перебои в сердце есть. Это последствия стресса, и они ушли. Но самое замечательное, начали получаться уникальные результаты. Результаты на этом продукте, они сыпались, как из рога изобилия. Однажды ко мне пришла молодая женщина, такая расстроенная, и говорит, Валентина Михайловна, я не хочу оперироваться. Вы знаете, у меня поставили диагноз кисту яичника. И вы знаете, в течение 4 месяцев до наших программ, классическая, тогда работала я с классической линией, еще директ-хиты у нас тогда еще как-то мало, мы как-то их изучили. И вы знаете, за 4 месяца, когда мы провели УЗИ, я ведь 15 лет еще и работала врачом ультразвуковой диагностики, и Лили еще сказала, что я занимаюсь женским здоровьем, но я теперь стала уникальным профессионалом, который занимается здоровьем всей семьи. От мала до велика. Вот что делает наш продукт уникальнейший. Вот. И вы знаете, когда мы сделали УЗИ, кисты мы не обнаружили. И я поняла, что в моих руках вот уникальное средство. Вы знаете, как вот есть такое вот понятие у врачей, у хирургов, а так как я врач, вообще-то хирург, акушеры-гинекологи, они все в первую очередь хирурги, я в первую очередь, я как раз поняла, что в мою жизнь вошел просто лазерный скальпель в виде самой природы, что сама природа поселила нас на эту планету и дала вот нам в руки такие уникальные лекарственные средства растительного происхождения без рецептурного отпуска, что мы научились брать у природы все самое ценное, да, и запаковывать в наши волшебные, да, капсулы уникальнейшие, вот, и что эта продукция вся, она внесена в реестр лекарственных средств. Для меня, для как врача, это было просто феноменально, что растения проходят клинические испытания. А во всех ведущих клиник города Москвы и Санкт-Петербурга, и я поехала обучаться в Москву, я увидела великих людей, Тутельяна, Дадали, Гигаури. Вы знаете, это просто люди с мировыми именами, академик Шахмейстер. Это, ну, это мировые вообще умы человечества. Вот на таком уровне я стала изучать нутрицептики. И когда я стала изучать, ну почему же такое вот уникальное воздействие на организм происходит травы? Ну и раньше мы заваривали травы. А все оказывается именно в том, что уникальная технология, которая позволяет
сохранить все самое ценное, которое находится у нас в лекарственных травах, травы-адаптогены, травы, которые адаптируют нашу иммунную систему к тем катаклизмам, которые еще будут у нас на нашей планете. Вот это уникальные такие травы, и которые еще и уникальным способом сделаны. И это технология, которая запатентована именно только нашей компанией. И насколько вот я знаю, что перепрыгнуть еще никому это не удалось. Вот, и технология криодеструкции и заморозка быстрая при температуре кипения жидкого азота минус 196 градусов уникально вот, сохраняет такие свойства, что когда мне говорят, ой, Валентина Михайловна, знаете, травы мне противопоказаны, у меня аллергии. Так вот, я вам со всей уверенностью говорю, что эта технология позволяет именно травы взять у трав все самое ценное, и именно аллергенный фактор, который вызывает аллергию, травы есть, да, несут. Этого в нашей продукции нет. И этой продукцией пользуется вся наша семья, моя дочь, мои два любимых внука, зять, который не очень как-то верит в эти капсулы, но он зато любит другие у нас, D4X он очень любит. Мы ему потихонечку вводим в чай, и ангина, которая продолжается у него, например, несколько раньше бы продолжалась там 10 дней, 2 недели он выпадал. И когда он принимает с чаем D4X в течение суток у него восстанавливается вообще здоровье. Это просто фантастика. Мы любим наши ролл-оны. И вы знаете, когда-то я ему показала наш ролик с космонавтом Афанасьевым. И я, когда он увидел фотографию, что я сфотографировалась с нашим космонавтом, он был вообще поражен. Он говорит, это что, еще вот ваши капсулки космонавты едят? Я говорю, да, Денис, ты на меня, Фома, не верующий, но это так. А вот мои два внука любимых, они вообще у меня, как это говорится у наших медиков, они у меня ели еще до того, как мы их планировали. Они уже, их клеточки, да, уже подготавливались. Маму, свою дочку я подготавливала. Предгравидарная подготовка. Кстати, хочу вам заверить, что лучших витаминов нет на свете, как для подготовки беременности женщин. С полной уверенностью, я знаю, что у меня многие доктора, мои коллеги работали с Тиньши, и однажды врач Петрова Татьяна Александровна, она мне сказала, она говорит, да, к большому сожалению, Тиньши противопоказана беременным женщинам. А ваша продукция, она показана. И все беременные женщины, которые принимают наш Life Pack Junior, нашу детскую линейку, когда мы смотрим на УЗИ этих детишек, они разительно отличаются от тех детей, которые мамы беременные принимают фенюльсы, разные там мультитапсы, синтетические витамины. Это даже можно, наверное, фильм снять, потому что это совершенно другие антропометрические данные сразу же. Все врачи УЗИ это отмечают, мои коллеги. А сейчас свирепствует тоже грипп. Кстати, все приезжают сейчас в Турцию, с Египта, откуда у нас все приезжают. Приходят в школы, и сейчас прямо, знаете, эпидемия гриппа. И насколько я радуюсь, что я беру большими дозировками вот все, что у меня есть, классическая линия. Даже свелтформ, если у вас есть дома, вот чувствуете плохо себя, начинайте прям каждый час по одной капсуле принимать. Лайфхак юниор у меня дома оказался. Я давай
своим, ребята, давайте быстренько начнем профилактику, потому что наша классическая линия, она является базовой. И если вы чувствуете, что вы, у вас недомогание идет, вот все, что у вас дома есть, просто большими дозировками начинайте пить. Это будет, ну, польза для иммунитета. Потому что при гриппе что происходит? Интоксикация организма сразу погибает очень сильно. Вирусы, которые к нам поступают, и они выделяют очень сильный токсин. Экзо- и эндотоксин. Это яд страшнейший. И поэтому мы начинаем плохо себя чувствовать. И поэтому надо иммунитету что? Помочь. А наши БАДы, они как раз им в этот период очень быстро и хорошо помогают. Ну как же можно не любить такой уникальный продукт, что в широком диапазоне доз, да, он вообще настолько безвреден. И когда мне говорят, как это такие можно это самое, дозировки принимать, например, по 6 капсул там в один прием. И я когда-то... Мы были на открытии пикапа в Самаре, и Павел Александрович Дубров нам тогда объяснил, что когда наши дозировки, когда ну, мы очень сильно наступили на хвост фармацевтической службы, и нам поставили условие, что если это лекарственные средства растительного происхождения без рецептурного отпуска, то тогда вы должны эти... Ваши лекарства, извините, которые находятся в рецептурных справочниках, значит, вы должны проводить это через аптеки российские. И тогда беспрецедентный такой поступок сделал Дмитрий Аркадьевич Буряк. Они уменьшили наши дозировки в 4 раза. И Павел Александрович Дубров нам это объяснил и говорит, что если вы хотите, ну, дозировку того детокса, который был в самом начале 1996 года, вы просто это умножьте на 4. И будет вам та же дозировка, которая вот была самой изначальной. Я этим пользуюсь, этим рекомендую. Вот. И сегодня Лиля попросила еще сказать о том, что появились потом еще и продукция направленного действия. Мы их называем директ-хитами. И вот немножко сказать о гранатине Q10, который я просто обожаю, когда он только-только появился у нас на рынке. Я просто восхитилась им, потому что гранат для беременных женщин это, ну, великолепное средство для иммунитета и повышать гемоглобин мы всегда рекомендовали. А когда появился гранатин Q10, я сразу поняла, что это настолько вот тот эликсир молодости, который каждая женщина хотела бы иметь у себя в сумочке. Так вот, у нас женщины, которые вот имеют такую патологию, и мужчины, например, что недостаточно сердечной деятельности. И в народе это называют грудная жаба. И вот у меня есть такой результат, что женщина, которой 79 лет, она очень, когда ходила, задыхалась. И вот когда она стала принимать гранатин Q10, вы знаете, в течение вот 4 месяцев она принимает, у нее вот эти проблемы, одышки и ходьба, у нее... Это на длинные уже расстояния, они увеличились, и она очень довольна, великолепно стала себя чувствовать, и кардиологи обрадовались, что стали ей помогать. Ну, всего вам доброго. О результатах я могу говорить много, потому что у меня подтвержденных результатов клиническими исследованиями и клиническими, рентгеновскими, ультразвуковой диагностиках более 600 результатов подтвержденных. А те, которые не подтверждены, которые просто вот пьют продукт, там прошло, это уже я просто считать уже не могу. Вот. И я люблю наш продукт, аналогов его нет. И вообще гордитесь то, что вам дано было услышать именно об этой продукции и пользоваться этой продукцией.
цените это и поблагодарите того человека, который вам однажды об этом рассказал. Вы знаете, это тот проводник в ту хорошую жизнь, на которые нам вообще приготовила компания Vision. Валентина, спасибо огромное за твой искренний рассказ. Вот. Спасибо за результаты, благодаря которым тебе именно столько людей получили. Вот. Огромная тебе благодарность. И у нас сегодня следующая тема – это гранатин. Вы знаете, я очень рада, что этот продукт появился у нас в Европе. Вот, мы, как бы, можно сказать, изголодались по продукту. У нас летом был вот, временный такой дефицит. И поэтому очень-очень рады, что в нашей линейке и есть такой продукт, как гранатин. Вы знаете, этот продукт удивительный. Я сегодня постараюсь донести, что этот продукт, он нужен всем и каждому для, по многим-многим причинам. А прежде всего, конечно, нам хочется, нам очень хочется не стареть, да? Замедлить вот, молодость, продлить свою молодость, замедлить процессы старения. И это на протяжении тысячелетий люди старались вот, создать такой эликсир, найти возможность быть как можно дольше молодыми. И вы знаете, в наше время еще больше этот вопрос поднимается, и как никогда это важно, да, продлить энергию, продлить молодость. И вы это, наверное, замечаете, что людям, которым 40 лет, они практически выглядят как 20, и нагрузки большие, и энергии много, и для этого много сил прилагают. И, конечно, это важный такой компонент в нашей жизни, потому что на самом деле хочется много успеть, много сделать, быть более энергичными, более молодыми. И в чем же секрет молодости? Да, много для этого нужно. И питаться правильно, и двигаться, физические упражнения, научиться не обижаться, справляться со стрессами, быть более любящими в этом мире, да, нести добро в этот мир, тогда, чтобы себя эмоционально хорошо чувствовать. Высыпаться достаточно нужно. И знаете, очень важно, чтобы все процессы, все клеточки нашего тела, да, все клеточки нашего организма хорошо работали, им нужно получать достаточное количество питания, все нутриенты получать. И поэтому нам нужен классический набор, нам нужны другие направления нашей продукции. И нам нужен гранатин, потому что он целенаправленно направлен на замедление процесса старение. Там собраны вот те компоненты, которые помогут нам как можно дольше сохранить свою молодость, как можно дольше сохранить не только внешне красивую подтянутую кожу, да, здоровые суставы, но помогут сохранять здоровье каждой клеточки. Ведь если каждая клеточка будет дольше работать, быть дольше молодой, мы с вами как можно дольше будем молодыми и как можно дольше будем жить. И поэтому ученые Аркофармы Франции создали вот такой продукт, который все его составляющие работают в этом направлении. И это экстракт граната, экстракт виноградной выжимки, коэнзим Q10, витамин С, витамин Е. Вот. И именно вот этот весь тандем,
Они не просто складывают свои действия, не просто идет сложение, а умножение, потому что они друг друга дополняют и они друг друга усиливают. И прежде всего коэнзим Q10. Это удивительное вещество, можно так сказать, да, это удивительная составляющая, которая содержится в нашем организме у всех, но, к сожалению, с возрастом его становится меньше. Вот. И оказывается, от этого напрямую зависят процессы старения в нашем организме. И что же он делает? Вообще, коэнзим Q10 или убихинон в переводе означает «вездесущий». Не так давно его ученые открыли, примерно около 60 лет, и даже Нобелевскую премию за это получили. И где-то примерно 60 лет назад. И уже в наше время проводятся симпозиумы, конференции. Именно даже создан центр, международный центр по изучению убихинона, по влиянию его на замедление старения и по многим другим важным параметрам для здоровья. Прежде всего, его много, больше всего его в сердечной мышце и в печени. Больше всего, конечно, в сердце, потому что оно у нас работает день и ночь, мышца сокращается. Как раз вот коэнзим Q10, он ответственен за то, чтобы производить энергию для жизни и работы клеток, всех клеток. И у нас в каждой клеточке есть такие органеллы, как... можно сказать, как электростанции, митохондрии называются. И вот они вырабатывают вот эту энергию, АТФ, аденозинтрифосфорную кислоту, как раз благодаря которой идет энергия в клетках, благодаря которой существует жизнь. Да? И она постоянно это вот, вырабатывается в этих электростанциях, вырабатывается эта энергия. И вот от того, сколько будет энергии в клетке, зависит как раз вот коэнзим. А я уже говорила, что его с возрастом меньше становится. Поэтому так важно добавлять нашему сердцу, нашим клеточкам дополнительный коэнзим Q10, чтобы клетки как можно дольше сохраняли энергию, чтобы они выполняли свои функции. Благодаря этому клетки дольше живут, каждая клеточка может жить дольше, значит, мы с вами живем дольше. И что еще ученые отмечают, что коэнзим Q10 влияет на обменные процессы, на работу эндокринной системы. И это профилактика и сахарного диабета, и любых эндокринных заболеваний. Что еще отмечают медики? С возрастом снижается коэнзим Q10, но он еще снижается даже у молодых людей, даже у детей, у кого есть заболевания, особенно щитовидной железы, заболевания печени, аллергические, особенно бронхиальная астма и аутоиммунные заболевания. Вот эти все заболевания снижают количество коэнзима Q10, поэтому, может быть, именно из-за этого у людей, которые больны этими заболеваниями, плохое самочувствие, да, отсутствие энергии, отсутствие сил. У меня была одна семейная пара, у которых сын болен был бронхиальной астмой, и вот благодаря Вижену мы постепенно это решали, но как раз тогда у нас появился гранатин, и она прочитала, что, оказывается, при бронхиальной астме снижается, даже в молодом возрасте снижается вот этот коэнзим Q10. И она своему ребенку каждый месяц, да, давала гранатин и говорит, у него глазки заблестели, у него энергии больше, он даже учиться лучше стал. Да, и вот, вот такое вот важное, важный продукт, как коэнзим Q10. Плюс он очень является сильным антиоксидантом и защищает, не только как бы продлевает жизнь клеток, но и защищает наше ДНК и таким образом защищает клеточки от мутации. То есть это тоже профилактика старения идет таким образом и профилактика онкозаболеваний.
И следующая составляющая гранатина – это гранат. Знаете, о гранате еще в древности, да, ходили легенды, и его олицетворяли с бессмертием и с вечным плодородием. Называли его карфагенское яблоко, и не случайно, потому что в нем очень много полезных веществ, витаминов, минералов, и он богат очень кальцием, кремнием, железом, калием и йодом, да, что очень важно и для работы щитовидной железы, и профилактика аритмии, и помощь при сердечно-сосудистых проблемах. Вот. И совместно с коэнзимом Q10 это очень хорошая польза работы сердца. Это и профилактика инфарктов, инсультов, это нормализация артериального давления. И это даже вот я знаю случаи, когда рассказывали мне, что результат был у пожилой женщины, которой уже было под 90, и вроде бы как особых-то проблем со здоровьем нету. Знаете, бывают вот такие люди в возрасте уже, которые и болезней нету, но вот начинают увядать, да, вот старость как бы приходит, сердечко слабее становится. И врач жаловался, что говорил о том, что уже тоны слабые у бабушки стали, и вот как бы энергия сердечная ослабла, сердечная мышца. И вот гранатин двойной дозировочки, буквально через недельки две уже пошли результаты. И тоны сердца стали сильнее, и бабушка раздумала покидать этот мир, потому что силы появились, энергия появилась. Да? Вот такие бывают замечательные моменты. И я знаю, что есть результаты, когда постепенно на этом продукте нормализуется давление, уменьшаются боли в сердце, уменьшается аритмия, вот, и это замечательная возможность. А плюс гранат и коэнзим это еще и хорошая возможность сделать профилактику изменений ДНК, да, как я уже говорила. Следующая составляющая – это экстракт выжимки винограда. Вы знаете, об этом можно говорить часами, потому что все составляющие, резвератрол, который входит сюда, укрепляют коллаген. И это очень важно для соединительной ткани всего организма и, конечно, для нашей кожи. Вы знаете, были проведены клинические испытания женщины, которые получали большее количество резвератрола, отмечали, что уменьшались глубина, длина вот, морщинок. Это очень-очень важно, идет восстановление структуры кожи. А для нас вот, в замедлении старения важно, что и гранат, и резвератрол – это очень сильные антиоксиданты, поэтому они борются со свободными радикалами, которые являются причиной старения. Вот, и нейтрализуя их, таким образом защищают наши клетки от повреждений, защищают ДНК. Это очень важно. Ученые очень много исследований посвятили резвератролу. Вы знаете, в Гарвардском университете пробирки изучали действие резвератрола на клеточки. И что увидели? Что продлевается жизнь клеток на 70%. Вот, что потом подтвердили подобную тенденцию на животных. А в 2016 году итальянский ученый продлил жизнь лабораторных рыбок на 50%. Тоже благодаря резвератролу. Поэтому вот экстракт виноградной выжимки – это мощный-мощный такой геропротектор замедления старения. И плюс, конечно же, мы знаем, что экстракт виноградной выжимки тоже очень положительно влияет на работу сердца, на работу сосудов, особенно на капилляры, на микроциркуляцию. И таким образом идет лучшая регенерация, лучшая циркуляция крови. И это профилактика инфарктов, инсультов, вот. Это очень-очень важно.
Витамин Е, который здесь присутствует, не случайно он, оказывается, усиливает действие коэнзим Q10 или убихинона. Они друг друга усиливают. Это вот такой вот тандем очень хороший. И плюс, конечно, сам витамин Е сам по себе профилактика тромбозов, вот, расширяются сосуды, препятствует скоплению тромбоцитов и снижает вот этот плохой холестерин, который может быть, и таким образом защищает от окисления, да, компоненты крови. Витамин С, мы знаем, как он нам помогает бороться со свободными радикалами. Вот. И это, конечно, очень полезно тоже для нашей кожи. И вы знаете, вот такой замечательный тандем, такой состав замечательным образом влияет на нашу молодость, замедляет процессы старения и улучшается кровоснабжение, улучшается работа вен, венозный тонус повышается, идет общее оздоровление организма и его омоложение, тонус увеличивается, бодрость духа поднимается. Вот. Это мощная профилактика различным опухолям, потому что они вместе так работают, и это очень сильное антиоксидантное действие проявляется. И поэтому гранатин замедляет процессы старения, нормализует артериальное давление. Это улучшается работа мозга, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлевается молодость. И вы знаете, мы по праву можем сказать, что гранатин – это гарант, пусть не вечной молодости, но долгой молодости и красоты. И я очень горжусь этим продуктом. Я рада, что он у нас есть. Вот. И я рада, что этот продукт, насколько можно, да, каждому из нас поможет, нашим клеточкам быть дольше, да, жить дольше. Раз клеточки живут дольше, органы работают лучше, и мы с вами будем жить дольше, быть насколько можно более молодыми, более красивыми и более здоровыми. Вот. Спасибо всем большое за внимание. Вот. Сегодня была очень такая вот хорошая аудитория, я прям чувствую. И знаете, у меня большая просьба. Если вы можете рассказать свой результат, то, пожалуйста, нажмите на вот сверху справа, там написано «попросить микрофон», и я с удовольствием вам такую возможность предоставлю. Комната новая, мы ее изучаем, поэтому у кого есть результат, давайте попробуем. Ой, очень рада, Клавдия, давайте. Я нажимаю, а вы там, нужно будет отметить, такой появится экранчик, где нужно нажать, точечку поставить «разрешаю» и потом закрыть. Давайте попробуем. Всем быть энергичными, всем успехов. Так, давайте, Клавдия, еще попробуем. По-моему, Клавдия, у вас получилось. Я отключаюсь. По-моему, включилось, да? По-моему, включилось. Добрый день всем. Меня слышно? Да. Я Корнева Клавдия. Мы 20 лет пользуемся продукцией компании Vision. До сих пор в восторге от каждого полученного результата. И вот непосредственно, если рассказать про гранатин, то хочу отметить, что составляющая коэнзим Q10 присутствует в гранатине и еще в ливлоне. И вот те пациенты, которые пользовались этой продукцией,
У меня есть несколько результатов, которые перенесли инфаркт миокарда. На электрокардиограмме практически исчезли рубцы. Я считаю, что это очень хороший показатель, потому что на сегодняшний день это проблема, которая вызывает постоянные боли за грудиной, вызывает проблемы с дискомфортом. И для большинства пациентов они практически без нитропрепаратов не обходятся. А используя продукцию компании Vision и особенно гранатин, антиокс, спакс, те препараты, которые они используют, очень многие пациенты ушли от гипотензивных средств, и они ушли от нитропрепаратов. И на сегодняшний день чувствуют себя прекрасно. У меня мужу 76 лет. И по наследству идут проблемы с нарушением, шли проблемы с нарушением ритма. И только благодаря этой продукции на сегодняшний день мы об этих проблемах забыли. И в 76 лет он выполняет все физические нагрузки, регулярно занимается спортом и все переносит отлично. А для женщин я хочу сказать, что данный продукт, коэнзим Q10, это действительно гарант молодости и красоты. И на сегодняшний день, когда я смотрю на своих сверстниц, мне уже 63 года, то отмечаю положительные изменения в лучшую сторону. И горжусь тем, что когда-то, в 98 году, я приняла правильное решение. А приняв свое решение, мы спасаем огромное количество людей. Приобрести совершенно новый смысл и образ жизни. Потому что люди повышают свое качество жизни, радуются жизни, планируют свое будущее на много лет вперед. Сегодня выступающие спикеры были просто потрясающие. Огромное спасибо всем за передачу информации. А для всех приглашенных я хочу сказать, чтобы, посетив эту комнату, вы приняли однозначно положительное решение, потому что на сегодняшний день без продукции компании Vision, в принципе, быть здоровым и жить спокойно невозможно. А так, утром, вечером приняли свою очередную порцию капсул, и вы защищены на 24 часа, чего я вам всем и желаю. Спасибо огромное, удачи всем, до свидания. Успешными и до встречи. Каждое воскресенье в этой комнате, почти каждое воскресенье в этой комнате мы собираемся, поэтому подключайтесь, приходите и всего всем доброго. До свидания.